Существует в образовании такая проблема. Дети в основном сидят в мобильниках, им интересно смотреть картинки, а правила и книжки им читать неинтересно. Я предлагаю создать такой сайт или мобильное приложение, в котором поможет запомнить. Итак, помоги запомнить. Например, математика, числитель или знаменатель, путают дети. Мальчик с 5 класса предложил: чердак сверху, земля снизу. Дети все сразу запомнили и стали путать. Дальше. В 6 классе фраза «Что я знаю о круге?». Количество букв в каждом слове помогает запомнить само число «пи». Русский язык. Долго ели торты, не нарезали шорты. Физика. Надавить сверху рожи аж, и вдруг концы свои отдашь. Воспоминание позже. История. Вот сражение. Нарисовали картинку, запомнили год. Английский язык. Эмбрас. Перевод. Смущать, стесняться, труднее смешать препятствия. Вот домик берёза. Им мешала берёза. Смотреть из окна. Собрать базу таких запоминалок, которые помогут детям быстрее запоминать правила, которые они никак не могут либо выучить, либо выучили, но не понимают, что они выучили. Папа такого работы как?